Многие девушки мечтают о сильных, густых и объемных волосах, причем чтобы для этого не нужно было прилагать никаких усилий. Оказывается, такое возможно. По крайней мере, так утверждают стилисты, создатели процедуры «Прикорневой объем». Суть ухода в том, что волосы завиваются у корней, и с помощью специального состава объем фиксируется. Эффект называется микрогофрированием. Так как сейчас зима, все-таки шапки, и девушки хотят иметь хороший объем, при этом, чтобы укладка сохранялась на очень долгое количество времени, чтобы не мыть голову ежедневно, эта процедура как раз подходит именно для этих случаев. Первый этап – это шампунь глубокой очистки с выдержками из риса, которые помогают и работают как абсорбент, что очень мягко и деликатно очищает волосы и кожу головы, соответственно. Второй этап – это уникальный коктейль глубокой реконструкции волос. В него уходит 19 аминокислот, кератиновый комплекс, комплекс пеникулугового, цветочный комплекс для защиты цвета. После чего мы не смываем этот коктейль, на этот коктейль мы начинаем делать накрутку. Он позволяет задеть не все волосы, а всего 30% волос взаимодействовать для того, чтобы сделать прикорневой объем. После чего мы берем кислотный состав. Он поверхностно срабатывает, что дает нам прикорневой объем, при этом не повреждая волосы. Состав остается на волосах на 15 минут. После все фиксируется спреем. Это все еще на влажных волосах, после чего мы приступаем к процессу сушки. По уверению специалистов, волосы становятся гораздо объемнее, а результат продержится до полугода.